Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 3 на странице 64 учебника математики для 2 класса автора Трофеева. Выпиши из таблицы все примеры с ответом 16. Сколько примеров получилось? Итак, находим примеры с ответом 16. 2 умножить на 8 равно 16. Восемь умножить на 2 равно 16. 4 умножить на 4 равно 16. Всего получилось 3 примера. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте комментарии.